Система пещер у склонов холмов Иерусалима была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В этих искусственных подземных переходах прятались иудеи во время восстаний против Римской империи. Согласно описанию ЮНЕСКО, пещеры являются городом под городом. Их использовали более 2000 лет, с Железного века до начала крестовых походов. Они демонстрируют уникальные техники сооружения подземных тоннелей, которые существовали в то время. Мы очень-очень гордимся признанием со стороны ЮНЕСКО. Мы ради этого очень много работали. Мы верим, это поможет еще большему числу людей узнать об этом месте за пределами Израиля, и что много туристов приедет посмотреть эту удивительную систему пещер. Изначально пещеры создавали как места укрытия, однако позже их стали использовать для производства масла и разведения голубей. Там также обустраивали настоящие конюшни, строили цистерны для хранения воды, хоронили умерших и создавали места молитв. Археологи говорят, что камни, полученные из-под земли, также использовали в строительстве. Люди, живущие в регионе Мариша, знали, как использовать камень, находившийся под их ногами. Они производили кирпичи, из которых строили дома. Они не жили в этих пещерах. Первое восстание иудеев произошло в 70-м году нашей эры, второе – несколькими десятилетиями позже. Геологи говорят, что сеть пещер содержит в себе древнее оружие, ловушки и прессы для производства масла.